В выставочном зале Национального музея открылась выставка «Гагарин. Певец Кавказа». В экспозиции представлены 55 фотокопий работ художника Григория Гагарина из его альбомов «Костюмы Кавказа» и «Живописный Кавказ». Мастер показал миру необыкновенные пейзажи и прекрасные лица горцев и горянок, нравы и культуру народов, населяющих Кавказ. Гагарин открыл миру другой Кавказ, не тот, что просвечивает сквозь строки военных донесений. Не дикие, а самобытные. Не коварные, а мужественные. Не грубые, а исполненные до достоинства. Изданные в Париже в середине 19 века альбомы сделали художнику имя и навеки связали его с Кавказом. Выставка проходит в рамках празднования столетия образования Республики Дагестан. На выставке представлены работы, описывающие сражения, быт горцев. На выставке также присутствуют работы, связанные с Дербентом, где Григорий Гагарин пребывал некоторое время. По его проекту был возведен храм Георгия Победоносца, который построили в Дербенте. Клад, который внес Григорий Гагарин в историю, вообще в культуру Кавказа, неоценим. Потому что если взять даже Владикавказ, Григорий Гагарин является автором герба Владикавказа. И здесь также он построил собор.